Сделаю коротенький такой видеоролик, который называется «Немецкий пивной завод Помарт». Вот он перед нами в запущенном состоянии. Это улица Судостроительная, дом. Вот здесь заворачивает и поворачивает на Киевский переулок справа. Я в предыдущем ролике его снял, и дом, и внутренний, а это вот снимаю сам пивной завод. Ну, нравятся мне вот эти строения, ведь они запущены, заброшены. То ли не нужны никому, то ли слишком дорого за них просят. Вот это переулок Киевский. Да. Машины мне большие не нравятся, белые особенно. Не засвечивают мне съемку своим белым цветом. Тут перейти не так уж просто на ту сторону. Вот, пройдусь немного. Так, тут забор сделали каменный, он до этого был немножечко такой в полуразрушенном состоянии. Солнце не очень удачно светит, ну ладно. В общем, и это, по-моему, тоже все-таки было, отношение имело к этому пивоваренному заводу. Завод прекрасный, очень красивое здание, такое промышленного типа. Дойду сейчас до развилки. Вот там что-то торчит. Забор-то, ну, портят тут все заборы. Некрасивое здание, это симпатичное. Тут вот такой фасад. Часть окон замурована. Прямо как крепостное сооружение, но там уже деревья на нем растут. Жалко, что по той стороне нельзя идти, тротуара нет там. Это надо рано утром, когда движение еще не такое сильное. Так, ну сейчас. Да, дети злые, велосипедисты. Вообще велосипедисты — это страшная вещь. О. Да. Вот тут вот отремонтировали немножко вот эту стенку. ОАО «Калининградский карьер». Вот, а тут центр йоги. Блин, чертиша. Вот домик симпатичный. Где ж-то я видел надпись, что здесь был пивной заводик-то, пивоваренный? Вот. Или читал в интернете, я уж не помню. Ну ладно. Вот, а сейчас я подхожу к развилке улиц. Судостроительная, по которой я иду. Судостроительная, дом 4. Потом улица Инженерная, которая должна слева втыкаться. И правее будет улица Батальная, по которой я пойду дальше. О, господи. Все так сексуально.
Так, судостроительная 4. Это вот тут неплохой магазинчик такой. Ну, магазин большой. Всякие хозтовары. Скажем так. Мастер 39. Вот я сюда сейчас и зайду тоже заодно. Вот это сейчас машины поворачивают там. Но я буду снимать в другом месте. Мастер. Ладно. Зайду сюда.